поступало довольно много жалоб горожан на предмет того, как добраться к детской поликлинике, как добраться внутри района. И сегодня мы принципиально согласовали о том, что в нашем городе появится внутрирайонный маршрут, автобусный маршрут, который позволит нашим горожанам передвигаться по Зашехтинскому району. И в планах наших вести данный маршрут к Дню города. Значит, что предлагается? С конечной Монклер автобус будет идти по улице Рыбинской, потом пойдет по улице Ленинградской, поворачивает на улицу Годовикова, то есть он проходит уже мимо торгового центра «Июнь». Дальше предлагается сделать остановку недалеко от вновь сооружаемого аквапарка. Дальше автобус идет, выходит на улицу Городецкая, выполняя остановки, которые там есть уже оборудованы по маршруту 13-го автобуса. Потом выходит на улицу Любецкая, объезжает районы 115 и 114, тоже выполняя остановки. В этих микрорайонах как раз есть школы, детские сады, куда люди уже в шаговой доступности от остановок смогут попадать. И по Любецкой возвращается на улицу Ленинградская, и дальше уже возвращается по Ленинградской опять на Рыбинскую и возвращается обратно на Монклер. Вот таким образом.